heaven on earth. Когда придет Бог, Он словно потоками вод вынесет вас из вашей тюрьмы, из вашей долины смерти, из вашей печали, из вашей трагедии, из вашего разочарования, там, где вы есть. Бог придет к вам в пустыне и все изменит. Если вы верите в это, скажите «Аминь». Если вы верите в это, воздайте Богу славу. Сегодня утром здесь Божья атмосфера. Бог всегда рядом, потому что Он очень любит вас и заботится о вас. Поднимите руки и скажите это. Все жители Блумфонтейна и Йоханнесбурга, добро пожаловать в церковь, и все наши зрители, скажите Богу, я тоже тебя люблю. С любовью, которой ты меня возлюбил, я отдаю всего себя тебе, как ты отдал себя за меня. Скажите, я люблю тебя, Боже, всем сердцем, всей душой, всей крепостью. Я люблю тебя, твою атмосферу. Я люблю твою церковь и твою землю. Я буду защищать эту святую землю всем, что есть во мне, во имя Иисуса. Если вам нравится Божья атмосфера, воздайте Ему громкую славу. Все наши телезрители телеканалов ТБН One Gospel, воздайте Господу громкую славу. Исправительные учреждения по всей Африке, России, Израилю, Америке, зрители в Европе, Индии, Пакистане, Китае, Африке, этот день сотворил Господь. Будем радоваться и веселиться. Мы будем бороться за то, чтобы наши церкви были открыты на 100% в 2022 году во имя Иисуса. Я знаю, что сейчас длинные выходные, завтра все едут плавать, но главное, держите свою лодку на плаву, то есть в Иисусе Христе. В воскресенье у нас еще есть места, два кресла еще свободны, поэтому приходите вместе с другом. Давайте наполним Божью атмосферу. Сегодня мы пели песню о защите нашей земли. Мы много говорим о Божьей атмосфере, но знаете ли вы, что церковь — это место обитания Бога, столб и основание истины? Сегодня нам нужно вернуться в церкви, вновь посвятить себя церкви и покончить, наконец, с этим онлайн-христианством. Я понимаю, что вы привыкли находиться в комфорте, но должен сказать вам, что в наших городах много церквей, и рядом с вами тоже есть церковь. Возьмите свою семью и самого себя и вернитесь в Божью атмосферу. Скажите «Аминь». Ничто не сравнится с Божьим домом и его атмосферой. Ведь так, 22-й год — это год прорывов и умножения. У Бога не один прорыв. У Него множество прорывов. Мы еще поговорим об этом, так что займите, пожалуйста, свои места. Мое сегодняшнее послание называется «Прорыв Неемана». Прорыв Неемана. Бог приготовил для вас прорыв в 22-м году. Время подготовиться, ожидать и верить, что Бог приготовил для вас что-то прекрасное. В 4-й книге Царств, 5-й главе сказано, «Нейман, военачальник царя сирийского, был великий человек у господина своего и уважаемый, потому что через него дал Господь победу сириянам. И человек сей был отличный воин, но прокаженный». Удивительно, как одно слово может поменять всю картину. COVID, или можете называть его как хотите, многое поменял для множества людей. Сирийцы однажды пошли отрядами и взяли в плен из земли израильской маленькую девочку. И она служила жене Неемановой. И сказала она госпоже своей, «О, если бы господин мой побывал у пророка, который в Самарии, то он снял бы с него проказу его». И пошел Нейман, и передал это господину своему, говоря, «Так и так говорит девочка, которая из земли израильской». А в наше время Бог будет использовать девочек, которые будут говорить к царям
и способствовать их прорыву в политике против бедности и сексуального насилия тех гигантов, которые будут побеждены в Южной Африке. И сказал царь сирийский Нейману: «Пойди, сходи, а я пошлю письмо к царю Израильскому». И восьмой стих говорит: «Когда услышал Елисей, человек Божий, что царь Израильский разодрал одежды свои, то послал сказать царю: „Для чего ты разодрал одежды свои? Пусть он придет в церковь пробуждения и узнает, что есть пророк в Израиле“». Это моя версия стиха. «И прибыл Нейман на конях своих и на колеснице своей, и остановился у входа в дом Елисеев. И выслал к нему Елисей слугу сказать: „Пойди, омойся 7 раз в Иордане, и обновится тело твое у тебя, и будешь чист“. И разгневался Нейман, ему не понравилось решение Бога, ему не понравился Божий план избавления. И пошел и сказал: „Вот, я думал, давайте немного поговорим об этом“». Мы постоянно что-то про себя думаем. Когда я говорю «прорыв», у вас тоже появляются мысли и представления о том, как Бог будет устраивать прорыв в вашей жизни. Сегодня мы поговорим об этом. Когда Бог что-то устраивает, это пойдет по Его плану, а не по вашему. Бог не будет вписываться в ваш план и в ваш график. Это означает, что вам нужно будет смирить себя в 22-м году. Это означает, что вам нужно приблизиться к Богу. Если Бог сильно и обильно благословил вас, и вы больше не приходите в церковь, вспомните, где вы были раньше. «Пойди, омойся 7 раз в Иордане». И разгневался Нейман, и пошел, и сказал: «Вот, я думал, что он выйдет, станет и призовет имя Господа Бога своего, и возложит руку свою на то место, и все мои проблемы исчезнут. Нам всем хочется, чтобы нечто произошло внезапно. Нам всем кажется, что сверхъестественное всегда очень зрелищно. К сожалению, сверхъестественное редко бывает зрелищным. Однако оно всегда требует посвящения процессу». Нейман подумал: «Я приду в церковь, подойду к пророку, он помашет рукой, и все мои проблемы уйдут». А пророк говорит: «Нет, тебе нужно смирить себя, умолиться, спуститься со своего пьедестала, исполниться Духом Святым, прийти в церковь, принять крещение, начать давать десятину, преодолеть свой расизм. Тебе нужно преодолеть свои обиды, гнев и возмущение и окунуться в Слово Божие 7 раз. Число совершенства, пока ваши проблемы не уйдут». Нейман был гневным и гордым человеком. В 12 стихе сказано: «Разве Авана и Фарфар, реки Дамаски, не лучше всех вод израильских? Так почему же мне нужно аплодировать? Скажите, почему нужно это делать?» Потому что не я писал Библию, а там сказано именно так. Почему? Мне нужно возвышать голос в церкви. Почему я не могу быть сдержанным? Почему мне нужно славить Бога так непривычно? Почему мне нужно исполняться Духом Святым и говорить на языках? Почему я должен читать Библию? Почему я должен исповедовать Слово Божие? Брат, сестра, Бог не поможет вам там, где вам комфортно. Он не поможет там, где у вас все под контролем. Бог поведет вас туда, где мы сможем познать разум Бога. А разум Бога — это не ваш разум. Вы пойдете к прорыву по Божьему, а не по вашему плану. Мне не нравится этот человек. Возможно, именно его будет использовать Бог. Мне не нравятся черные люди. Об этом тоже лучше позабыть. Возможно, Бог устроит ваш прорыв именно с помощью черных людей. Мне не нравятся белые люди. И об этом тоже лучше позабыть. Бог может использовать белого человека, чтобы благословить вас во имя Иисуса. Один из моих пасторов удивительным образом проходил преуспевание. Мы не называем это ретритом. Он, уже будучи региональным пастором, рассказал мне эту историю. Он служит вместе со мной уже больше 20 лет. Он спасся, когда мы проводили крусейд.
В детстве он пережил насилие. Его родители тоже подвергались насилию, и у него была большая неприязнь к белым людям. Однажды он решил стать полицейским, чтобы получить оружие и отомстить обидчикам. Однако в то же время он пришел на собрание и услышал Евангелие Иисуса Христа. Аллилуйя. Бог сказал ему: «Ходи в эту церковь». Этому брату не нравились белые люди, но Бог сказал ему: «Ту же руку, которая угнетала тебя, я использую для твоего освобождения». Так что воздайте Богу славу. Бог использует, кого захочет, чтобы устроить ваш прорыв. И подошли рабы его и говорили ему и сказали: «Отец мой, если бы что-нибудь важное сказал тебе пророк, то не сделал ли бы ты, а тем более, когда он сказал тебе только «омойся и будешь чистым», так в чем же была проблема?» В первую очередь в гордости. «Я хочу сделать это по-своему, по-своему. Мое мнение важнее, чем то, что сказал Бог». Прорыв от Бога, по моему мнению, должен сопровождаться звуком фанфары, вспышками молний. Он должен быть зрелищным, а мне не обязательно смиряться. Вспомните, каким был Нейман, великим и уважаемым. Он был властным, но прокаженным. Он всегда держал все под контролем и вдруг столкнулся с болезнью. В то время проказа была смертельной болезнью, и от нее многие умирали. Врачи это подтвердят. Мы можем прославить Господа за сотни врачей и медработников в нашей церкви. Люди, которые не верят, что Бог творит чудеса, не очень умные. Бог — ученый, и Он по благодати дает врачам мудрость, иначе у нас бы до сих пор распространялась эта проказа. В те времена проказа была очень серьезной болезнью, одной из самых опасных болезней. С телесной точки зрения, положение Неймана было безнадежным, хотя у него была и власть, и деньги, и слава. Я молился за таких людей. Я молился за бизнесменов. Однажды я молился за миллиардера, которому не могла помочь никакая медицина, никакие деньги. Ему диагностировали очень редкую болезнь, и кто-то посоветовал ему прийти в церковь пробуждения. Он пришел, и после служения я молился за него в своем офисе. Бог мгновенно его исцелил. Бог исцелил его тут же, моментально. Я сказал, что Бог исцелил его мгновенно. Мне вообще не пришлось брать пост. Это было действие Бога. Но миллиардеру пришлось смириться и забыть о том, что он величайший руководитель и президент. Он пришел в Дом Божий, смирил себя и поклонялся Богу, как и все остальные, независимо от того, есть у него миллиарды или нет, есть у них дети или нет. Мы все призваны поклоняться Царю Царей и Господу Господ. Так что давайте, поднимитесь и воздавайте Богу великую славу. Кто-то приходит и говорит: «Мне не нравится эта хвала». Знаете, не я писал Библию. Вам не нравится Божий путь? Мне не по нраву десятины, не я писал Библию. Мы готовим свой план. Если Бог вот то-то сделает, то я сделаю вот это. А Бог говорит: «Кем ты себя вообще возомнил?» Я не должен тебе что-то доказывать. Я суверенный Бог. Итак, Нейман пошел и окунулся в реку Иордан 7 раз, не единожды. Это не было служением быстрых чудес. Чуда не будет, если вы прибежали и убежали. Вам нужно войти в Божью атмосферу и омыться в Слове. Пока ваш разум не очистится, пока гнев не уйдет из вашего сердца, и там не поселится смирение, пока ваши раны не будут исцелены силой Духа Святого, скажите «Аминь» во имя Иисуса. Итак, Нейман — великий человек, но прокаженный. Его положение безнадежно. В те времена проказа была серьезной и очень заразной болезнью. Прокаженные буквально были изгнанниками.
до такой степени, что, приближаясь к здоровому человеку, им нужно было громко кричать: «Нечистый, нечистый идет», как и сегодня. «У вас есть маска?» Я не говорю, что маски вообще не нужны, я просто шучу. Не называйте нечистым то, что Бог очистил. Представьте, как проказа убивала. Постепенно убивала этого уважаемого человека. Со временем прокаженные лишались даже частей своего тела. Вероятно, перед колесницей Неймана тоже бежали посыльные и кричали: «Нечистый! Нечистый!» Нейману хотелось, чтобы эта проблема ушла как можно скорее. Во-вторых, его прорыв пришел через того, на кого он меньше всего рассчитывал. Об этом нужно помнить. Порой и мы думаем: «Бог благословит меня через этого человека». Или через этого человека. Скажу так, если Бог будет устраивать в вашей жизни прорыв, Он всегда кого-то использует. Вашего пастора, вашу церковь, лидера вашей домашней группы, девушку, которая с вами работает и просто скажет нужные слова в нужное время. Нейман был уважаемым человеком, и однажды его отряд взял в плен маленькую девочку. Она стала рабыней и служила жене Неймана. Слава Богу за людей в Южной Африке, которые работали в домах, где росли дети, оставаясь смиренными и не переставая молиться за эти семьи. Поблагодарим Бога за это поколение. Когда апартеид пытался загнать их в угол, они оставались людьми, которые держались, любили, молились и учили Божьим путям детей, тех людей, которые их унижали. Аллилуйя! Бог использует того, кого Сам избирает. В случае Неймана это была маленькая девочка, взятая в плен. Она была рабыней. Она была никем, но она обратилась к жене, которой прислушивался сам Нейман. Бог использовал маленькую девочку из другого народа, говорящую на другом языке. Обычно мы размышляем так: «Мне поможет человек, который выглядит как я, говорит как я и думает как я». Бог говорит: «Нет. Я поменяю твою философию. Я поменяю твое мнение. Я все поменяю и использую того человека, который кажется тебе самым неподходящим, чтобы благословить тебя, освободить тебя и повести тебя по пути избавления во имя Иисуса. Нам всем нужно избавиться от расовых предрассудков, потому что иначе вы просто упустите свой прорыв. И я скажу это еще раз. Послушайте меня, Южная Африка. Мы так фокусируемся на конкретных людях и вещах, которые, как кажется, гарантируют нам будущее, что можем упустить то, что хочет устроить для нас Бог. Скажу еще раз. Скорее всего, в вашем прорыве будет участвовать тот, кого вы меньше всего ожидаете увидеть. Скажите «Аминь». Я говорю по Библии, и вам лучше с ней согласиться. Вы можете упустить свой прорыв из-за расовых предрассудков, из-за нелепых шуток или разговоров о других людях. Вы думаете, что черный человек не может подняться до определенного уровня, или что белые бесполезны, и каждый белый расист? Бог может использовать именно того, кого вы окрестили расистом, чтобы открыть для вас дверь и привести к прорыву. Скажите «Аминь» во имя Иисуса. Бог использует того, кого хочет использовать. Мне так не нравятся эти разговоры о белых и черных. Кто-то говорит, что церковь пробуждения — это церковь черных, потому что в ней много черных людей. Другие говорят, что это церковь белых, потому что я белый. Что бы там ни говорили, пусть Бог благословит вас. Я надеюсь, что вы придете на небеса, где эти глупости уже не будут иметь значения. Многим белым, особенно если они успешны, как и многим черным людям, тем, у кого более темная кожа, часто задают вопрос: «Что ты вообще делаешь в церкви белых африканцев?» А что это имеет значение?
Что с того, что это другая культура, брат Джек? Что с того, что там люди с другим цветом кожи? Я держусь Божьей благодати и Божьего призвания. А вот что главное, Бог может вложить свое призвание и дары в любого человека. Ему не нужно ваше одобрение. Если вы не можете принять пророка во имя пророка, потому что пророк для вас слишком белый, вы упустите награду пророка. Вы внимательно слушаете меня? Каких-то людей даже преследуют? Это новая Южная Африка. Как вы можете ходить в церковь, где пастора зовут Адам Йоханнес Яквебус Бошов? Фу, какая гадость! Ведь эти же белые люди тебя и притесняли когда-то в свое время. Может быть, Бог использует этого африканца, рожденного свыше и ставшего новым творением во Христе, чтобы освободить вас и повести вас к великой судьбе и будущему. А это будущее, в свою очередь, приготовил вам Бог. Скажите «Аминь» во имя Иисуса. Давайте приведем дьявола в ярость. Пусть церковь Иисуса радуется и поднимается выше политической и российской риторики, осознавая, что Бог — чудесный Бог. Не вы определяете, кто будет вашим пастором, а Бог. У одной из наших прекрасных певиц тоже была неприязнь к белым людям. Она из племени Куа-Куа. Кто-то пригласил ее, когда она была молодой и беременной девушкой. Она пришла в церковь, и когда ей сказали «Вот твой пастор», она ответила «О нет, отойди от меня, сатана». «Отойди от меня». Ей сказали «Можешь не верить, но теперь это твой пастор». Она ответила «О, нет, нет, ни за что». Я видел, как люди упускают свою судьбу, потому что попадают в ловушку. Это расовые предрассудки. Они не могут смотреть на того, кого хочет использовать Бог. Потому что он черный или цветной, или азиат, или белый. Человек так поглощен политикой, что забыл. Бог использует, кого хочет. Это может быть самый младший сотрудник вашей компании, который скажет, «Сэр, вечеринка, которую вы устраиваете, не нужна». Вы и так каждый вечер стали выпивать в своем офисе? Раньше вы были другим, это может вас спасти. В этой пресвитерианской церкви как-то тихо. Порой мы сами придумываем свой прорыв и думаем, каких людей использует для этого сам Бог. Так мы переходим от веры в Бога к вере в людей. Я знаю, что это старая шутка, но однажды миссионеру понадобились новые покрышки, и он сказал, «Давайте молиться на языках, покрышки для авто, когда африканцы понимают английские шутки, это просто чудо. Мне приходится читать свои шутки, но это вообще мало помогает». Но вернемся к посланию. Семнадцатая глава Иеремии говорит, «Проклят человек, который надеется на человека, и плоть делает своею опорою, и которого сердце удаляется от Господа. Как только вы смотрите на человека, вы отводите взгляд от Иисуса, источника вашего прорыва. Ведь так вы смотрите на какого-то бизнесмена, на человека, ищете подход к людям, вместо того, чтобы обратиться к Богу и послушать, что Он вам говорит. Он будет как вереск в пустыне и не увидит, когда придет доброе, и поселится в местах знойных в степи, на земле бесплодной, необитаемой. Благословен человек, который надеется на Господа, и которого упование Господь, ибо он будет, как дерево, посаженное при потоках и пускающее корни свои у потока.
не знает оно, когда приходит ковид, лист его зелен, и во время вируса оно не боится и не перестает приносить плод. Бог — тот, кто устраивает ваш прорыв. Так что запомните, Он не устроит прорыв на основе ваших представлений. Он сокрушит ваш мир, чтобы вы научились доверять Ему и зависеть от Него. А людям в Африке хочется, чтобы было по-другому. Они бегут к пророку, чтобы он взмахнул рукой. И все проблемы тут же исчезли. Брат мой, если тебе понадобилось 20 лет, чтобы залезть в долги, тебе потребуется несколько лет, чтобы выбраться из них. Тебе нужен план, как выбраться из долгов. Не думай, что после одного пожертвования твой долг аннулируют. Так не бывает. Если вы упали в яму, вам нужно выкарабкиваться из этой ямы. Если вы хотите добраться до нужного места, вам нужно сделать шаг в этом направлении и пойти в обещанную вам землю. А я думал, что Бог в один миг решит все мои проблемы. Нет, вам нужно будет окунуться в Иордан 7 раз, пока ваша плоть не очистится, пока не придут перемены и избавления. Иногда вам помогут слова, которые кто-то невзначай произнесет в разговоре. К примеру, вы пришли к врачу, и он скажет: «Сынок, тебе нужно поскорее проверить артериальное давление». Или: «Вам нужно есть меньше жирной пищи». Вот так-то. Возможно, кто-то скажет вам сходить на собеседование, а кто-то скажет так: «Начни давать десятину. Ты просишь Бога благословить себя, но не приносишь десятину». Мне не нравится идея десятины, я с ней не согласен. Это ваша проблема, но Бог от этого не изменится. И окна небесные тоже не откроются. Вы ждете прорыва от Бога, но относитесь к Слову Божьему как бунтарь. Вам нужно смирить себя и следовать Божьей программе, Божьему плану. Если хотите увидеть, что Бог для вас приготовил, Бог не нарушит собственное слово. Иисус не бегал за молодым богатым правителем, который расстроился, потому что не мог сделать то, что Господь велел ему сделать. Пророк не бегал за Нееманом. Исцелившись, Нейман хотел дать ему денег, но пророк сказал: «Мне не нужны твои деньги, оставь их себе, я в служении не ради денег». Если вам кажется, что молитву можно купить, то вам лучше получить спасение. Если вы думаете, что можете попросить человека Божьего помолиться за ваш автомобиль, чтобы благословить его, вам лучше очнуться. Если вы плохо водите, вы попадете в аварию и повредите свой автомобиль, как бы я за вас ни молился. Если вы в долгах, вам первым делом нужно разрезать ваши кредитки. Скажите «Аминь». Прорыв пришел к Нейману через того, через кого он меньше всего этого ожидал. И так как он не ожидал, вы скажете: «Все будет хорошо. Я просто приду в церковь, скажу «Аллилуйя», и все мои проблемы исчезнут». Но Бог вдруг говорит: «Нет, у тебя проблемы с гневом, а еще с гордостью. У тебя много проблем. Позволь мне исцелить твою боль и пропитать тебя словом. Тебе нужно окунуться в Иордан». Но вы скажете: «Нет, в других реках чище. Я могу остаться в своей культуре, чтобы все было по-моему. Я буду жить со своим Евангелием Иисусом». Скажу вам одну важную вещь. Когда я говорю о поклонении предков, многие думают, что я имею в виду черных людей. Но я обращаюсь и к белым, потому что они очень привязаны к давно умершим родителям. Белые говорят: «Мой отец перевернется в гробу, если увидит, что я аплодирую». А может, он повернется правильной стороной, когда увидит, что вы воздаете славу Иисусу. Мы не под контролем наших предков. Мы не поклоняемся нашим предкам.
Мы поклоняемся живому Богу, Царю царей и Господу Господ. Мы омыты и спасены кровью Иисуса Христа, и жертва уже не нужна. Мы приняты, оправданы и прощены во имя Иисуса. Поэтому нам нужно расстаться с определенными вещами, если мы хотим обрести то, что приготовил для нас Бог. Мы консультируем людей. Они приходят на молитву. Если ничего не происходит, они идут куда-то еще. Они больше не приходят на молитву. Они идут поклоняться камням, статуям, идолам, которым поклонялись их предки. Они обращаются за помощью к безжизненным идолам, но в таком случае Бог вам не поможет. Вам нужно отпустить прошлое, нужно расстаться со своими практиками, со своими путями и своим мнением. Примите то, что сделал для вас Иисус, который пришел на эту землю 2000 лет назад, как ваш Господь и Спаситель. Скажите «Аминь» и воздайте Господу великую славу. Мы — народ Божий, и мы следуем Слову Божьему. Мы повинуемся принципам Слова Божьего, какими бы неудобными они нам ни казались. Порой хвала кажется унизительным действием для так называемых достопочтенных людей. Но только хвала сокрушит ваши стены. И есть люди, которые приходят и говорят: «Пастор, мы любим Слово». И приходим послушать Слово, но без хвалы и поклонения. Я говорю, так не получится. Хвала и поклонение необходимы так же, как и Слово. Вам нужно аплодировать, вам нужно издавать возгласы радости. Не я писал Библию. Бог написал Библию. Вам лучше следовать Божьей программе и забыть о своем консерватизме. Если вы скажете: «А это вообще не для меня. Я очень консервативна». А я могу спросить вашего мужа: «Не кричите ли вы в гневе дома?» Или когда вы зовете кого-нибудь Янни? «Да-да. Где ваше достоинство? Где ваше совершенство?» Придя в церковь, вам нужно смирить себя и поклоняться Богу, растворившись в Его атмосфере. Почему? Вам хочется сохранять приличие, вести себя сдержанно и казаться достопочтенным человеком. Я чувствую здесь дух хвалы. Кто-нибудь, воздайте Богу сумасшедшую хвалу, безграничную хвалу. Шокируйте своего мужа, который пришел с вами. Шокируйте свою жену. Просто издайте возглас радости Богу во имя Иисуса Христа, нашего Господа. Аллилуйя! Мое время уже подходит к концу, а я еще только на середине. Я говорю об этом, потому что кто-то из вас уже негодует. Знаете, почему вы негодуете? Потому что вы высокомерные люди. Когда звучит истина, на нее реагируют или с гневом, или с радостью. Когда Нейман услышал истину, он разгневался. А почему? Потому что в нем было много гордости. Как он осмелился говорить о расах и утверждать, что Бог может использовать белого человека, может и будет? Он будет делать все, что захочет. Он использует кого захочет, как бы вы ни гневались. Бог двигается, как хочет. Вы возмущены, но не сможете манипулировать Богом. Вы говорите: «Я ухожу и больше никогда не приду в церковь пробуждения». Но кто-то ответит вам: «Вам лучше вернуться. Через 3 недели или месяца придет ваш прорыв, потому что вы успокоитесь и смиритесь. Вы наконец-то освободите трон вашего сердца для Бога. Тут нет вариантов. Иисус сказал: «Кто хочет следовать за мной, отвергнись себя. Умрите для себя, для своего мнения, своей культуры, своих путей». Библия говорит: «Всякий путь человека прям в глазах его». Но Господь взвешивает сердца.
В третьей главе книги притчи сказано: «Не будь мудрецом в глазах твоих, бойся Бога и удаляйся от зла». Если мы хотим увидеть прорыв, нам нужно серьезно относиться к Богу и к Его методам. Не нужно Ему диктовать. Мы не можем диктовать небесному правительству. Вы можете голосовать на земле, но Бога контролировать не сможете. Мне пора заканчивать. Нейман смирил себя. И это был важный шаг. Он следовал Слову Божьему. Слава Богу, что рядом с ним были мудрые люди. Нам всем нужны мудрые люди, которым можно доверять. Рабы уважительно сказали Нейману: «Господин, если бы что-нибудь важное сказал тебе пророк, то разве ты не сделал бы этого?» Тогда он опомнился и смирился. Он чуть не упустил свой прорыв из-за собственной гордости. Ему нужно было смирить себя. «Это означает, что я ставлю выше всего Бога и Его Слово, а не свою гордость. Я не вписываю Бога в свои рамки». Бог мог направить его и к другой реке. Но он точно знал, что в Неймане есть гордость. Библия говорит в первом послании Петра: «Итак, смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время». Библия говорит: «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». 146-й Псалом: «Смиренных возвышает Господь, а нечестивых унижает до земли». Псалом 149: «Ибо благоволит Господь к народу своему, прославляет смиренных спасением». 29 глава притчи: «Гордость человека унижает его, а смиренный духом приобретает честь». Что стало с Нейманом? Он стал мудрее, избавился от гнева. Однажды я разговаривал с человеком из сильного африканского народа во время пробуждения, где было много людей разных национальностей. Он сказал: «Каждую неделю я выхожу из церкви в большом гневе, но в течение недели понимаю, что вы говорите то, что есть в Библии, поэтому я принимаю то, что говорит Библия». Умный человек! Нейман тоже был умным человеком. Он стал мудрее. Он прислушался. «Если нет никого, кто мог бы говорить в вашу жизнь, у вас проблемы. Когда вы слушаете только голос своего удобства, у вас проблемы. Когда вы слушаете избирательно, у вас проблемы». Понимаете? Иисус очень любит вас. Он по-настоящему любит вас. 2000 лет назад Он заплатил за вас, чтобы спастись. Нам нужно погрузиться в Его любовь. Если вы смотрите нас сейчас в любой точке мира, почему бы вам не отдать свою жизнь Иисусу? Положите руку на свое сердце. Что бы вы ни совершили, ваш грех, ваша проказа не сможет отделить вас от Бога. Бог любит вас. Просто скажите: «Иисус, я отдаю Тебе свое сердце. Я подчиняю Тебе свою жизнь. Будь моим Господом и Спасителем. Во имя Иисуса. Аминь. Воздайте Богу славу».